Из материалов досье видно, что многие из неопознанных летающих объектов все-таки были идентифицированы. Так, летающая тарелка, которую в 1994 году видела жительница Лондона, оказалась самолетом авиакомпании Virgin. Он пролетал в это время в небе над британской столицей. А полицейские из Линкольншира, которые даже сняли на видео некий светящийся объект, подняв по тревоге береговую охрану и ВВС, на самом деле видели отражение одной из звезд. Министерство обороны получает сообщение об НЛО, и наша задача – установить, представляет ли это угрозу для Соединенного Королевства. В небе происходит много странных вещей, но большая часть из них объяснима. Это могут быть огни самолетов, воздушные змеи, аэростаты, облака необычной формы. Мы не располагаем доказательствами существования внеземной жизни. Проблема в том, что далеко не каждое событие тщательно изучается. Многие рапорты сразу отправляются в архив. По крайней мере, об их дальнейшей судьбе ничего не известно. Так, в 1997 году жителя пригорода Бирмингема ночью разбудили собаки. Они лаяли на некий треугольный летающий объект, который завис над садом домовладельца. Но как только хозяин вышел из дома, треугольник исчез, оставив после себя на земле какое-то белое вязкое вещество. Мужчина собрал его в баночку из-под джема и отнес в полицию. The discovery of an ancient piece of aluminium is being hailed as evidence that aliens visited Earth 250,000 years ago. The mysterious hunk of metal was found in Romania during the 1970s, when the country was under communist rule. Now tests at a lab in Lausanne, Switzerland, have revealed that the strange fragment of metal is made up of 90% aluminium and is 250,000 years old.
Aluminium was not produced by mankind until about 200 years ago, so the discovery of the large chunk that could be up to 250,000 years old is being held up as a sensational find, the deputy director of the Romanian Ophologists Association told local media. Lab tests concluded it is an old UFO fragment, given that the substances it comprises cannot be combined with technology available on Earth. Builders working on the shores of the Mureș River, not far from the central Romanian town of Iud, found the objects about 33 feet under the ground, where it was buried alongside with two bones. But I just can't let